А сейчас твоя очередь, Костечка, качать танцпол. Включай шарманку и хватит кота за причиндалы тянуть. Давай, Костя, погнали! Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 5, 4, 5, 10, 5, 10, 5, 5 утра. Минут 5, 10, 5, 5, 10, 5, 10, 10 утра. 15, 5, 10, 5 утра. Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 10, 5. Пять, десять, пятого, десять, пятого утра. Всем пока, десять, пятого утра. Пока. Кость, ты каждый раз какую-то фигню включаешь. Вот честно, вот прошу нормальную песню включить. Там феечки Винкс, там гимн России, Украины. Он включает 4, 5, 10, 5, 4, 10, 5, 5, 10, 5 утра. Производство Rainbow SM. Я пошутил, выключи! Примерно во столько минут 5-10 третьего утра мы записываем новый ролик «Один блок в муинсрувке». Естественно, то, что все уже должны давным-давно знать правила, да? Знаете или не знаете? Ну, давайте быстро объясню. Костянчик, Миюшечка и давайте... Давайте Лера Рушечка. Да, вот сюда. На эту серию это наша команда, а вот другая команда вот там. Вот там прямо сейчас она остается. Я же обещал в предыдущей серии то, что сегодня будет два парня, две девушки против двух парней и двух девушек. Ну так вот, сегодня вот так и будет. Правила этой рубрики очень простые. Вот, допустим, я могу сломать траву, с травы выпадет шалкербокс. Могу сломать другую траву, с другой травы выпадет ландыш и цветочный горшок. Ну, как вы понимаете, с каждого блока выпадает какой-то другой случайный блок. И у каждой команды есть ровно по 10 минут. По истечению этих 10 минут все останавливается, и больше никакая команда ничего не может делать. Мы собираемся именно вот в этом месте, посередине вот этой деревни, возле этого костра, и, исходя из того, какие шмотки мы смогли найти за эти 10 минут, потом мы сражаемся и выясняем, кто же сильнее. Всем все понятно, Шрек с перчаткой бесконечности? Надеюсь, то, что понятно. Так, моя команда сюда, и прямо сейчас будем начинать. Все готовы? Сколько сейчас времени, напишите в чате, я забыл. Минут 5, 10, 5, 5, 10, 5, где-то вот так как раз времени есть, да. Все готовы? Ну тогда давайте. Раз, два, и... Трис! Погнали, 10 минут пошли прямо сейчас. Ищите, пожалуйста, ради всего святого, как можно больше да, прекрасно, что с этого выпало? Баннер выпал. Ищите алмазы, ищите железо. Если мы сегодня хотя бы, ну вот прям хотя бы сможем найти всей команде по железу. Нифига себе, сколько маяков. Тогда уже много шансов, то, что мы победим. Тростничок, что с тростничочечка? Найдите хотя бы дерево. Чего выпадает дерево? Это самое куча. Опа. Я уже нашел, с чего выпадает дерево. Если кому-то очень так интересно. Но я пока что никому это не буду говорить. Опа, 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 опа. Здравствуйте, А Стасик уже знает, с чего вот это дерево выпадает. Да, Стасик уже все спалило. Ну, сейчас мы Стасика спалим. Я так... Гашеньки, я нашел прям... Едрить, колотить, сколько отсюда всего интересного прям выпадает. Так, хорошо, что выпадает отсюда? Ага, что выпадает тогда отсюда? Принял, понял. С этого флага выпадает это. С оранжевой шерсти выпадает. А отсюда выпадает. Ёханый баба, гладкий песчаник, задатковая песчаник. Сейчас мы точно к чему-то придем, я надеюсь. Ага, отсюда выпадает... Опачки! А я, походу, нашел предмет, с которого выпадают железные вещи. Я бы вам сказал, с чего, но я лучше промолчу. Костя, как ты позволил, чтобы тебя пупок... Иди сюда! Иди сюда, Миюшка, иди сюда! Что? Она уже золото нашла, прикиньте! Неп...
Неплохо Мия раскрутилась за это время. Неплохо, Миюшка. Я в твоей... А в смысле, ты в моей команде? Это отмена всего этого действия. Мия оказывается в моей команде. Мия, извините, пожалуйста, я что-то очень сильно затупил. Мия, иди сюда. Мия, иди сюда. Убивай вот этих. Вот этих убивай. Вот этих убивай, если их выпадает что-то полезное. Хорошо. Давай, иди, давай, убивай. Надо найти, откуда выпадают алмазы. Откуда выпадают... Картошка, ты с ума сошла? Не, послушайте, неплохо, она уже там начинает раскручиваться. У меня до сих пор всего лишь каменный топор и больше ничего в этой жизни нет. Ну и цветочек. Ага, с цветочка ничего не выпало. Замечательно просто. Опа, а скажите, пожалуйста, что из вас что-то выпадает. Слушайте, у нас еще никогда не было такой серии одного блока, где у нас не было алмазов. Возможно, сегодня как раз и первая серия, когда у нас не будет ни одного алмаза. Ну, зато у меня хотя бы есть железный шлем, я уже не лошпедина, ну ладно. Ядрить тебя в кандибобер! Да ты заколебала, Лера! Да как ты в каждой серии находишь откуда... Она в каждой серии находит, откуда алмазы выпадают. В каждой серии! Ёханый баба, я не... О, зато я нашел, откуда верстак выпадает. Ладно, хотя бы так. Костя, вернись, пожалуйста, но Лера сейчас скажет, откуда это все выпадает. Ну, по крайней мере, я очень сильно надеюсь. Лера, как ты находишь тот самый предмет, откуда выпадают алмазы? И она еще даже не помнит, откуда она. Лера, я больше ее не буду в серии. А, подожди, так Лера в моей команде. Лера, ты в моей команде? В смысле, ты не помнишь, откуда выпадают алмазы? А, так Лера в моей команде! Пу, я сегодня, походу, забываю, кто в моей команде, кто не в моей команде. Скажите, пожалуйста, откуда алмазики выпадают? Лера, вспомни, сколько тебе лет? У тебя уже амнезия в таком юном возрасте. Зато я нашел, откуда выпадают блоки изумруда. Кому-то нужен изумруд. В Майнкрафте можно изумрудную бронь? Не скрафтить, не. Я, походу, нашел, откуда выпадает кожа. Ну, это, конечно, не алмазы, это, конечно, не железо, но все же лишняя бронька 100% не помешает. Хотя бы себе носки кожаные скрафтить. Какой куй железа! Виталик, успокойся! Это Виталик, и он реальный кент. Опа, пора, и пора, еще немножко железа. А тем временем у нас осталось ровно 4 минуты. Верстачок, дальше. Кому крафтить вот эти железные мечи? Кому нужны железные мечи? А то я сейчас себе скрафчу только железную броньку и все. А так с железными мечами мы хотя бы что-то сможем сделать в этой серии. Ну, надеюсь, очень сильно на это надеюсь. После этого крафчу броньку и сразу же крафчу труселямбы. Ну, хотя бы что-то. Ты что делаешь, собака? Я ничего не понял, ну давай еще раз. То есть, пока я там запасаюсь вот этой сраной кожаной курткой, ты тут алмазами вот это себе, праздник себе устраиваешь? Откуда алмазы? Откуда? Ты мне даже ни один алмаз... Алмазами поделись, собака! Лерочка, и прости, пожалуйста. Лерочка, дай алмазики. Ну, жадина, ты в моей команде вообще-то. А ну давай, быстро, Лера, у нас 2 минуты осталось, ёханый бабай! Откуда? Лёсечки-масёсечки, Лерочка, спасибо тебе огромненькое. Откуда? Ты мне можешь сказать, откуда? У нас, если что, 2 минуты. Через 2 минуты никто больше ничего не может крафтить. А я так и не понял, откуда что выпадает, Лера. Вот это сюда, дальше. Быстренько шлемачочек делаем. Это вот сюда. После этого сразу же у меня есть 4 алмазика, это значит то, что я всем сейчас сделаю, ну хотя бы вот так. Ну, ставишь, покажи, ну, дальше. Так я вот ломаю, мне маяк выпадает. Да шо ты обзываешься, да ты просто так по-тупому объясняешь, я ничего не понимаю. Ну. Как ты вообще до этого допираешь, пописяка?
То есть она взяла, то сломала, то туда запихнула, то вытащила, потом... Она в каждой серии находит способ, как можно добыть алмазы. Еще бы ты добыла где-то стол зачарования, мы бы с тобой вот это все зачарили, было бы тогда вообще фантастически. А так у нас осталось 50 секунд. Встречаемся в деревне, давайте все сюда, быстренько, 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 быстренько. 5, 8, 9, 9, 9 утра, 5, 4, 5, 15, 9, 9. Ну пока там все добывают вот это все остальное, у меня еще осталось 30 секунд, я могу тут водички попить, я могу тут посидеть с Лерочкой. Походу... Леру надо каждый раз свою команду брать, потому что она каждый раз находит, откуда может добыть алмазы. Опа, опа, па 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 па. Все. Время закончилось. Все! Тихо ядрить колотить! С этого момента никто больше ничего не может крафтить, и никто больше ничего не может добывать. Чтобы через 30 секунд все были в деревне. Быстро сюда! Ну, неплохо. Ну, за исключением Кости. Ему, видимо, очень плохо. Костя, ты где такую крутую одежку нашел? Кому нужен алмазный меч? Сразу же говорите, у меня в запасе еще два алмаза, еще один алмазный меч. Слушайте, ребят, ну мне как-то даже жалко на вас смотреть, честное слово. Ладно, я тоже не буду дикой пипипукой. Мне кажется, надо проявить уважение своим противникам. Картошечка! Картошка, держи алмазный меч. Держи. Стасик, держи железный меч. Виталик! Виталик! Держи железный шлем. Шлем. Ну, держите еще железный там меч, кожаную куртку, железный шлем, там кожаные штаны. Ну, и пару блоков изумрудов, еще изумруд, еще железный меч, каменную кирку, если что там, вот между собой распределяйте. Ну, вот. Совсем другое дело. С нами, конечно, не сравнится, но все же. Опа, у тебя еще лук зачаренный есть. Не показ моды в России, но зато хотя бы выживете там, ну, одну минуту, а не 5 секунд. Все готовы к сражению! Вот в следующий раз запомните, в следующих сериях, если мы не сможем найти алмазы, вы тоже немножко поделитесь. Все, давайте. Раз! Сразу пуляй кому-то в лоб, Мия. Два! Три! Погнали, пацаны и девушки! Давайте, давайте в первую очередь убьем малька, наверное. Малек, мы с тобой это уже проходили. Ты не помнишь, как я тебя сутки догонял? Но в итоге-то догнал. Собака, иди сюда. На! Давай сюда, подошел, пописяка. Так, Стасика уже убила Мия. Сейчас убегать. На, я ж тебя... Виталик на крыше засел. Я сзади валю Виталика. Мия, давай, затискай. Где Виталик? Опа, Виталик, молодец. Кто еще последний остался, не могу понять. Малек, ты же уже умер, алло, хватит. А что, все? В смысле? А кто картошку убил? А кто вот это... Короче, кто убьет Костю, тот и победитель. Костечка, извини, пожалуйста. Алло! Оно вернулся быстро назад! Короче, кто убьет Леру, тот и победитель. Лерочка! Не, малек, так не считается. Ну нет, не смей, я понимаю, да, ну, Костечка, успокойся, пожалуйста. Костя. Как называется? Это что опять за дурдом начинает? Как здесь забанить человека? Жарко нынче. Октябрь, а на улице вот так жарко. Я ж прям горю, полыхаю, пылаю. А жителя-то за что убили? Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 10, 5. Минут 10, 5 утра. Минут 10, 5 утра. Минут 10, 5 утра. Минут 10, 5 утра. Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 10, 5, минут 10, 5 утра, минут 10, 5 утра, минут 10, 5 утра, минут... Что смотришь, серия уже закончилась, можно сматываться. Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 10, 5, минут 10, 5 утра, минут 10, 5 утра, минут 10, 5 утра.